1 852 000 тенге. Такой денежный приз получили североказахстанские учителя Гаухар Мусина и Алексей Кособоков. Они победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог 2014». На что планируют потратить деньги призеры, узнала Ольга Загоруйко. В этом году в республиканском конкурсе «Лучший педагог» победили сразу два североказахстанца. В Петропавловске они встретились с коллегами, принимали цветы и поздравления. Мы рады, что в числе победителей у нас именно учитель биологии. Мы рады, что в числе победителей представитель технического и профессионального образования, которому тоже уделяется сегодня большое внимание. Поэтому с победой всех вас, нашу область. Во время брифинга победители из нашего региона рассказали о себе, ответили на вопросы. Первым выступил Алексей Кособоков, учитель биологии с 10-летним стажем. Для конкурса он разработал электронный учебник для 8 классов «Анатомия, физиология и гигиена человека». То есть на достигнутом я не собираюсь останавливаться. Есть задумки создания еще двух видов электронных учебников для 6-7 класса. Ну и также есть идея создания школьной научной лаборатории, в которой бы ребята могли работать, заниматься научной деятельностью. Уже второй год подряд победителем конкурса «Лучший педагог» становится сотрудник Североказахстанского профессионально-педагогического колледжа. В этот раз отметили преподавателя спецдисциплин Гаухар Мусину. Она из семейной династии учителей. В этот колледж она пошла работать вслед за родителями. Участники встречи активно задавали вопросы. Спрашивали о секретах победы на республиканском конкурсе и как планируют распорядиться внушительным денежным призом в 1 852 000 тенге. Учителя пояснили, что часть суммы хотят потратить на самообразование и улучшение материальной базы своих кабинетов. Всего за добросовестный труд в Астане наградили 48 учителей. Ольга Загоруйко, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.